Для многих гродненцев сегодня дорога на работу стала настоящим испытанием. Гололед и растаявший снег застигли врасплох даже опытных водителей. На давно знакомых маршрутах автомобилисты вели себя неуверенно. Все потому, что колеса машин утопали в снежной каше. Слякоть иногда может оказаться более коварной, чем гололед. А как вести себя за рулем при таких погодных условиях, знает не каждый. В такой ситуации водители зачастую надеются на удачу. Кто виноват и что делать? За комментарием мы обратились к заместителю директора спецавтохозяйства. Оказалось, что дороги обрабатываются, расчищаются чуть ли не с первой выпавшей снежинки. С 3 часов ночи техника наша выехала, когда у нас маленький снежок. Ну и потом уже, когда он увеличился в 5, где-то без 15-5 утра, выпал довольно приличный снег такой. Вот и тут эти мероприятия продолжались, вся техника работала, 22 единицы пескоразбрасывательной техники работала по обработке противогородного материала улиц города и 19 единиц тракторной техники расчищала тротуары. Естественно, что техника не всесильна. И к возмущению горожан все дороги к утру убрать не успели. Плюс с тротуаров выбрасывали снег на проезжую часть работники САХА. Нам разъяснили, почему так происходит. Снег на проезжую часть мы перемещаем только в случае, когда тротуар не позволяет переместить его, скажем, на газон, на зеленое насаждение. И дело в том, что по СТБ нельзя накапливать на тротуаре снега более 30%. Надо обеспечить пешеходную зону, чтобы было. Поэтому снег перемешается только при положительных температурах в прилотковую часть, на проезжую часть. Уже ко второй половине дня ситуация на дорогах города стала лучше. Снег где-то расчистили, где-то попросту раскатали. Поэтому гродненцы сменили, как говорится, гнев на милость. Для нормальных водителей это супер дороги для января месяца, для 23 числа. Чего хотеть? Все в порядке. Дороги открыты, зима нам позволяет ездить. Мокро, скользко, местами. Но безопасно, нет, чувствовали себя на дороге? Резина зимняя, нормально. Все хорошо посыпают дороги, у нас в Беларуси вообще отличные. К слову, в ближайшие дни ГАИ также будет круглосуточно мониторить состояние дорог, а для усиления безопасности проведет операцию «Фильтр», в которой инспекторы будут ловить нетрезвых водителей и бесправников. Юлия Косила, Анатолий Бояринцев, новости Гродно+.